Всем здрасте, мордасте! Мы снова на связи. И сегодня у нас будет как бы спецвыпуск. Спросите, почему спец? Да потому что в PS Plus еще такого говна не раздавали. И про него всего пару слов. А вот про то, что можно будет поймать вкусного в марте, будем говорить много. Поехали! На PlayStation 4 в этом месяце мы получим то, на что наголосовали всякого рода... лучше промолчу. А именно игру Broforce, то есть стрелялку-убивалку в стиле олдскул гов... геймплея. Далее мы получим Galaxy Z, эдакую реанимацию галактики, которая вышла на что-то вроде консолей. В те незапамятные времена, когда, наверное, еще мой дед под стол пешком ходил. Ну да ладно, едем дальше. PlayStation. На третью плойку нам дадут тоже леталку. Стрелялку Super Stardust HD. Тут, конечно, не все так печально, но все же где, бля, обещанные ААА-проекты? И все на ту же PlayStation 3. Мы получим The Last Guy, этакий симулятор последнего мужика на планете, где вам в роли этого же последнего самца придется бежать дальше, чем видите, от орды озверевших от недотраха баб. Ну и завершая копаться в мусорном говне марта, вспомним о PS Vita, на которой нас сперва запрут в горящие дома, в игре Flame Over, а потом нам хорошенько дадут по щам в игре Reality Fighters. Аллилуйя, пресвятые угодники! С плюсом все! И можно рассказать, как много вкусного нас будет ждать в первый месяц весны. 1 марта можно будет выдать всем по яйцам, по хребту, по рукам и ногам. Отрубить конечности, запихнуть в блендер и подать на завтрак твоей беззубой бабке! Чё-то я разошелся. Так вот, нас ожидает новое полномасштабное дополнение к игре Mortal Kombat X. А именно, мы получим новых игровых персонажей. Чужого, Кожаное лицо, Триборга и Бо Райчо. И уже выпущенных игровых персонажей. Хищника, Джейсона Вурхиза, Тремора, Таню и Гора. Также эта DLC-шка содержит новый набор обликов, набор Апокалипсиса и все вышедшие ранее наборы обликов, что просто очешуенно. 2 марта нам выдадут переиздание легендарной Heavy Rain, но уже на плойку саморазвлечения 4. Возглавьте охоту, чтобы разгадать тайну мастера оригами, управляя четырьмя незнакомыми ублюдками. В этом напряженном психологическом триллере под названием «Тяжелый дождь», награжденном несколькими премиями и прозванный симулятором тыканий на кнопочки везде и вся. 8 же марта я отпраздную свои 3 годика в Фандабе и вместе со всеми купившими игрульку отправлюсь в путешествие по Нью-Йорку, которое охватила чудовищная пандемия, и город погрузился в хаос. Все, кто предзаказал игру хрен знает когда, получат костюмчик ликвидатора ЧАЭС. Ну и, собственно, попав в этот игровой мир, вы станете одним из бойцов некого дивизиона, засекреченного подразделения оперативных бомжей, которых переучили за 40 минут в смертоносных стелс-убийц. Действуйте в одиночку или с командой. Используйте новейшее оборудование, чтобы выполнить главную задачу – защитить выживших и вернуть людям надежду. Ну или же тыкать оружием в лицо каждому прохожему, чтобы услышать душераздирающие крики. 15 марта все пойдут на ринг, бить чем попало и почему попало. В очередной игре серии EA Sports UFC 2. Кстати, если оформите предзаказ прямо сейчас, то с первого же дня получите доступ к Майку Тайсону по кличке Iron Mike, самому молодому чемпиону в тяжелом весе в истории бокса. Также предложение включает легенд ММА, Бас Раттен и Казуши Сакураба. 23 марта впервые на PlayStation 4 в игре Trackmania воцарит невероятная гоночная атмосфера и жажда скорости. Так что готовьтесь к сумасшедшим гонкам. Ну и конечно же, это далеко не все, что можно будет найти на полках PS Store. А мы вспомним что-то легендарное, и сегодня это «Маленькая большая планета 3». Вы спросите, почему именно «Приключения Носка»? Да потому что прямо сейчас его и кучу дополнений можно купить за полцены. Пустите в ход уникальные таланты от Сока, Свупа и Тогла, чтобы помочь Секбою решать головоломки и исследовать заряженную творчеством планету Бункум. Прыгайте по стенам в роли быстрого и ловкого от Сока. Парите в небе в роли великолепного Свупа и изменяйте размер Тоглу. Если вы понимаете, о чем я. Играйте, творите и публикуйте. А на этом все. Ждите нашего следующего выпуска в конце марта. А также смотрите обзоры и топы игр на наших каналах. Не забывайте оставлять комментарии. Мы их читаем и любим. Ну и если же вам понравилось это видео, поставьте палец вверх. До новых встреч. Всем пока.